я еду через туннель Хайфский. Туннель проходит под всей Хайфой, но я доеду только до середины, потому что мне нужно в Гранд Каньон. Гранд Каньон – это самый большой Хайфский торговый центр. Еду я туда, потому что мне нужно прикупить себе летние одежды. Дело в том, что поговорка «готов сани летом, а телегу зимой» не работает. У нас летние вещи можно купить только летом. Ну, не только летом, начиная с, может быть, апреля месяца. Ну и Гранд Каньон, он назван не зря, потому что он очень большой, действительно. Вот я захожу в Гранд Каньон. Я попадаю сразу на второй этаж со своей стоянки. И здесь видно, здесь схема, можно увидеть, что именно в магазине на этом этаже находится. Вот, пожалуйста, Макс Моретти, Вольф, Зара, Ли Купер. Ну, в общем, сами видите. Обувь тут я вижу. ТНТ, Бершка, Дана Ашкенази, это израильский модельер, Пандора, Бобби Браун, кафе тут разные. Ну, в общем, кто хочет, может увидеть из того, что я снимаю. Вот магазин Сваровский, вот Лалин, Лея Лондон, это белье женское. И так на каждом этаже есть табло, которое показывает, что находится в магазине. Вот. Ну и здесь мы видим небо. Магазин женской моды Хоникман. Видите, в магазинах уже лето. Вот магазин Crazy Line, который я очень люблю. И рядом Дорин Франкфурт. И пойдем посмотрим, что там есть. Не знаю, дадут ли мне снимать. Ну, посмотрим. Женское царство. Несмотря на то, что лето только начинается, но уже скидки. Смотрите, 30%, 35%. Покидаю магазин Crazy Line, где я купила себе две блузочки. Я это место не раз снимала, но не могу удержаться, чтобы не снять еще раз. Летающие люди. Наверное, Мэри Поппинс под зонтиком. А вот этот товарищ играет на барабане. Он уже несколько лет, по крайней мере, играет на этом барабане, не сходя с места. Вот отсюда мы видим Хайфу. Я сейчас подойду и покажу вам. Вот смотрите, здесь виден туннель, по которому я приехала. И вот так выглядит Хайфа. Это не новый район, это Хайфа, это довольно старые. Вон там отдельные частные дома на холме. Вот посмотрите, какие тут развязки. Вот такая наша Хайфа. Красавица. Красавица в любом своем месте. Да, вы скажете, что здесь нет архитектуры, но какие пейзажи, какие виды отсюда открываются. Ну вот мой любимый Flyfood. Сейчас я зайду сюда. И вот магазин Михаль Негрин рядом. Покажу вам чуть-чуть его. Хотя бы витринку. Сейчас в моде все блестящее. Вот интересные такие. Интересная такая обувь. Стоит она, поскольку я член, то для меня 314 шекелей, а так 349. Ну, ничего себе. Ну, я такое вряд ли куплю, конечно. 349, а для меня 314. Такие туфельки. Все блестящее в моде. Тут и мужская обувь.
Летние босоножки. Тоже не знаю. И не босоножки, и не туфли. Все-таки мне хочется носить закрытую обувь. В кондиционированных помещениях в босоножках очень холодно. Я ношу туфли. Вот они. Вот у меня на ногах туфли. Мне холодно в босоножках, я не могу. Ну, какие-то легкие туфли можно было бы купить. Ну, вот это мне почему-то нравится. Но если бы они были закрыты сзади, были бы туфлями, я бы их померила. Всякие вот такие балетки. В принципе, что мне нравится в здешней обуви, она качественная. Даже вот такие вот, они ортопедические. Посмотрите, какая здесь подкладка. Посмотрите, она кожаная и прямо как подушечки. Туфли мягкие, как подушечки. И главное, что цена не такая уж высокая для Израиля. 349. Зимняя обувь гораздо здесь дороже. А летняя не очень дорогая. И в то же время она качественная. Вот это 349, а для меня 314. Что они вцепились в эту цену? Странно. Ого, каблук. Ну, я давно сошла с каблука. Хромченко когда-то сказала. Сошла с каблука, сошла с дистанции. Ну, конечно, я сошла с дистанции. Нефиг там делать. Как всегда, снимаю эти лампочки, они меняют свой цвет. Если постоять подольше, то они поменяют свой цвет. Вот если вы видите такой синий значок, вот такой вот, то это Машбир. Это универмаг внутри торгового центра. И там все, и одежда, и обувь, и косметика, и посуда, все, что хотите. И вот магазин H&M. Он очень большой здесь. Вот я его показываю. Вот это все H&M, H&M. Вот H&M. Вот занимает буквально огромную площадь. Вот я попала в Машбир. Видите, всегда на первом этаже косметика. Здесь очень большой отдел косметики. А вот тут вот женской одежды отдел. Вот туда я и пойду, потому что это моя цель. Кофточка, платье. Это платье. Платье 249 шекелей, 40 размер. Мне идет такая шляпка. А вот такая шляпка мне идет. У меня есть похожая, кстати. Ну, я бы носила вот так, мне нравится. Вот такая шляпка. Вот такая шляпка. Такая шляпка. И вот такая шляпка. И вот такая шляпка. Ну, конечно, при моем большом росте, это, конечно, я как гриб на ножках, я веду уже примерно. Я в ней на бабушку похожа. Нет, эту шляпку я носить точно не буду. Тоже порядка 250 шекелей все блузки летние стоят. Подороже немножко, чем магазин Crazy Line. Много золота, много серебра сейчас везде. 500 шекелей. За что, спрашивается? А, здесь еще брюки. Это костюмчик. А вот здесь еще остатки зимы. Блузочка с длинным рукавом и безрукавочка такая стеганая. Безрукавочка 300 с чем-то и блузочка 250. И это еще со скидкой. Оставляем первый этаж, перебираемся на второй. Здесь мужская одежда и здесь обувь. И, наверное, хозяйственные товары тоже здесь. Ну вот я уже и дома, и хочу вам показать свои покупочки. Во-первых, вот такую вот блузочку. Она очень тоненькая, 95% это вискоза. Вискоза – это самая лучшая ткань для нашего климата. В жару нет ничего лучше, чем вискоза. Ну и вторая вещь, которую я купила, она половина вискозы, половина – это хлопок. В общем-то, вискозу я люблю больше хлопка, но вот когда такое сочетание, оно очень тоже хорошее. И вот она такая немножко как будто в этническом стиле. И вот мне нравятся у нее такие вот такие вот завязочки. И на рукавах тоже сделаны вот такие вот вставочки.
Ну вот и все, что я хотела вам показать. Всего лишь две покупки, но все-таки не зря съездила, прогулялась, походила там хорошо. Там такие расстояния, что можно намотать несколько километров быстрой и полезной ходьбы. И, кстати, летом я так и делаю. Я гуляю в торговых центрах, причем хожу я всегда на большой скорости, потому что я ходить медленно просто не умею. Ну вот и все, что я хотела вам показать и рассказать. Жду лайков и дизлайков, конечно же. И до встречи в новых видео. До свидания.